Медали вручали по приказу министра обороны России за отличия, связанные с защитой прав и жизни крымчан при проведении референдума в марте прошлого года. Ветераны в силу возраста не были так активны, как им хотелось, но сделали все от них возможное для возвращения Севастополя и Крыма в Россию. Мы принимали участие в блокировании отдельных воинских частей, которые, в общем-то, вносили смуту в события Севастополя. Мы оказывали действенную и моральную, и в какой-то степени материальную помощь нашим постам самообороны. Когда вот эти события начались, были на блокпосту, там, в общем, ну, посещали. Я политработник, поэтому чисто, как говорится, ну, словесные, как говорится, влияние там, прийти побеседовать, поддержать там, про неправильно так подсказать там. Со соседям своим вот я ходил, собирал это. Я на блокпосту, ребята сидят. Ну, что можешь? По словам Владимира Камоедова, в наши дни роль ветерана в воспитательной работе подрастающего поколения нельзя недооценивать. На этом поприще они особенно востребованы. Владимир Петрович не ограничился поздравлениями и пообещал личное участие в решении проблемных вопросов. Я хочу обратиться к ветеранам, значит, с такой просьбой. Вы задайте мне кучу вопросов. Кучу. Которые вас волнуют, повседневным делам, которые вас, по сути дела, держат на плаву и вообще там, как что. Я через или до праздника, или после праздника приеду, с обстоятельным выступлю, вам разъясню. Председатель Комитета обороны Госдумы пообещал содействие по вопросам, которые находятся в его компетенции. Он отметил, что обычно удается удовлетворить до 80% обращений. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Сивинформбюро. Так точно.